Всем привет, ребят! Вы на канале Бутербродница. И это будет небольшая нарезочка фейлов за неделю. Что происходило, когда я писал катки, и они не появлялись, так сказать, на канале. Я думаю, особо приятно будет тем людям, которые писали даже неплохие комментарии, а были недовольны моим контентом. Я думаю, для них это будет услада сейчас. Так что надеюсь, хотя бы этот ролик им понравится. Приятного просмотра, ребят. Ну и подписываемся на канал, пишем комментарии с своими вопросами или недовольствием и все остальное заранее. Всем спасибо, ребят. И огромное вам... Да просто огромное. Вот. Всем все огромное. Чик. Чик. Вот это... Вы просто видали? Вот это АИМ. Божественный АИМ. Ой. Ой, просто мега стелс. Я ж это... Ёб твою медь! Блять, привзбудился. Блять, немножечко. О! Пиздец, я в рот ебал. Че, серьезно? Я умер? Мы запросили подкрепление для вашей команды. То есть, блять, я так быстро сдох? Ай. Ну что? Здесь есть мальчики. Как хочется же их убить. Я прям уверен, что убьют меня. Вон там что-то пробежало. А вот и пацаны. Ну вот как я и говорил. Тихо-тихо. Ори-охари! Блять, сука! Просто. Запрашиваем подкрепление для вашей команды. Ну, давай, может, мне пацаны поднимут? Ультра-1, активность в вашем районе растет. Подними, пожалуйста. Друган, пожалуйста, подними. Прошу тебя, друг. Прошу, прошу. Плиз, плиз. Вот ты урод вонючий, ты посмотри на него. Козёльк, ёбаный, блядь. А вот он, пацан. Здорово, стой! Почему? Противник вызвал БПЛА. Почему так было? Почему? Почему я его опять не сбил, капец? Там сидит снайпер еще. Еще снайпер. Тихо, тихо, блядь, тихо, не стреляйте мне по жопе, пацаны. Ай! Сидят на горах снайпера долбаные. Так, вот это надо взять тоже на всякий случай. О, блядь. Это кто? А, это бот меня убил. Запрашиваем подкрепление для вашей команды. Ладно, идите резайте меня. Да резай. Да чё ты, братан? Запрашиваем новых участников команды. Подождите. Ой, суки. Пацаны тут. Кто-то пришел сюда. Блин, я на квадрике, мне тут... Спереди стреляются. На заправке. А как они сюда успели прийти, я что-то не понял. Блять. Да что ты делаешь? Вот так вот только надо, да. Блин, с патронами беда. Так, ящик надо скинуть. У меня же ящик был. Где моя оглушающая? Ёб твою мать. Это осколочная. Блин. Ё-моё, я еще... Ой, все понатыкал, что только мог. Ой, идиот. Просто. Нихуя себе. Блять, вот это подстава. Вот это я отвлекся. Мы запросили подкрепление для вашей команды. Максимально отвлекся. Спасибо тебе, урод вонючий.
Закрой дверь. Тихо, пацаны. Ультра-1, это Дина-4. Мы рядом с площадкой. Убедитесь, что у вас все тихо. Не, у меня тут ни хера не тихо. Ой, блядь. Где ваша площадка дурацкая? Ой. Вы где, пацаны? Броню надо вставить. Приземля... Ах ты, сука. Приземляйся уже, давай, быстрей. Больно мне... Ой-ой-ой-ой-ой! Он мне чуть на голову не сел. Погнали. Просто на изи. На изи. Вот так. Ой, это пацан. Ни хрена себе. Пацаны пришли, я еще и нокнул его. Ой, нет, не выпа... Я вы... Да, такое дерьмо могло только со мной произойти, пацаны. Выполнение контрактов приносит деньги, которые можно тратить на снаряжение и модификации. Пацана где-то убили. Смотри. Прям рядышком. Но мы, конечно, его не будем поднимать. Мы сейчас попробуем его залутать. Может, у него там что есть интересненького. Ой, с РПГ. А, я понял, что он тут лежит. Его тут нокнули. Тут пацанов что-то... Ой-ой-ой. Сектон, сам такой. Хендахо, худердор. Сейчас мы отползем. Ладно, давай. Добить хочет собака. Нет, нет. Ну все. Пацаны стреляются. Сейчас по дороге мальчиков заберем еще. Хрена у них там перестрелка, ты посмотри. Сейчас ближе подойдем и на тихой мыши. Прям в спину их. Хатыщ, хатыщ! Хатыщ, хатыщ! Так, чик. И побежали. Так. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Этот минус. Это мы возьмем. Так. Сейчас мы разберемся. Вон там был типок у нас. Нет, вот он. Да стой, подними. Я не хотел, я нечаянно, прости меня. Да нечаянно, свинья тупая. Урод. Блять, зря выбежал так. Питейка, шутейка. Все, просто в город сейчас помчали. Полево. На всех парах. Мы едем, едем. Город, а в город. О, вот, вот тут есть компы. Нет, вот, вот эту штуку надо... Тихо, тихо, тихо. Вот эту штуку надо залутать 100%. Потому что тут есть компы. Они вызвали точечный авиаудар. Ищите укрытие. На меня точку дали. Но мы не сдаемся, мы сначала будем компы считать. Писюнчик. Жесткий диск есть, да? 1-1. Эвакуируйтесь с этими приборами.
боеприпасами, чтобы продолжить операцию фракции. Пошли, чё, дураков смотреть их, кто на меня тут точку дал. Выпрыгнул, смотри, да? Че, он боится зайти? А, он наверху уже просто, да? На крыше носится, блядь, дурак. Ну, блядь, но нет. Феник, говно. Вообще все попал в пути. Они на тебя бегут, что ли? Походу. Прям вертушки. Одного вертушки я убил. И один меня вот рашит. Одного убил. Ну все, их двое было. Поднимай меня. Нет, меня кто-то с руки еще... А, еще кто-то меня добил. Еще один вертушки у них был. Ультра-1, внимание. Исполнителю рядом с вами нужна медпомощь. Ну все, остальные улетели. Нет, у меня один. Вонючий бот. Справа. Был. Это бот, блядь. Не, вот тут за домом вроде пробегал. Он его не резает, слушай. Он его поднял, слышу? Руки пропали, видишь? Нет, нет. Ой, хорош. Сука. Да там еще один, блядь. Чего? Его кто-то поднял, походу. Миномет. Тебя может убить. Нет, или машина сдалека. 50 секунд, ебать. Да, да. Соляры нету, нахуй. Ёбаный в рот. Сорок секунд. Бля, чё, мы не успеем? Давай, бля, поехали. Хуя мы не успели. А задания нету на выполнение, Колян? Выезд был. Чё? Задания нету у нас на выполнение? Вот. А мы его уже не успеем взять. Блин, а мы и спрыгнуть не сможем. О, они там стреляются, пацаны, слышь, чё? Да. Блядь, прикинь. И с крыши не успеем. Блядь, чё, всё? И документы мы не вывезли. Может, дадут нам задание съездить, нет? Слышь, прикинь, ну мы еще нет. Нам теперь только умирать осталось, да? Ну да. Надо, слышь, надо к магазу какому-то. Ой, нифига зона как бьет. Магаз, отмечай, есть что? Блядь, слышь, нету. А, все. Все, да. Пиздец. Все. А, слышь, я могу подняться, почему? Да, я тоже. Эвакуация недоступна. Справляйтесь сами. Все, подавай, давай, 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 поехали. Садись. Мы еще сможем выйти, что ли? Если это так, оно есть. А, нет, сука. А чё, уёбки, блядь, мы бы сами справились. Это была бы охуенная механика, нахуй, тогда, если бы оно так сработало. Да. Вон он бежит, что ли? Без брони. Их трое. Да, без брони. Нокнул с чемоданом. Хорош.
я попал по ним. Ну-ка я повыше поднимусь. А, они выйти хотят? Да, он побежал. Нокнул его опять. Хорош. Сука. Вообще не попал никто. Вызвали. Значит, я сделаю сейчас по-другому немножечко. Скажешь, как там будет подлетать самолет? Ёб твою мать! Не подходи к ним, ты чё? Один ног. Где? Прям около меня. Блять, вот. Да, блять, не могу, меня ебучие боты, блять. Чё ты сделал? С чемоданом убил. Его ресуют, чемодан. А, он тебя ресует? А, есть. Нет, это я, это мой труп. А он выше его поднимает. Ну, впереди чуть-чуть. Да ебучий в рот, блять, мне пиздец боты. Я говорю же тебе не подходить, Колян. Всем спасибо, ребят, кто досмотрел до конца. Прошу заметить одну вещь. Это пока пробные ролики. Я как бы ищу, какого формата их делать. И нужен тут монтаж, не нужен тут монтаж. Я буду смотреть на ваши комментарии, так что пишите ваши свои пожелания по этому поводу. И эта рубрика будет улучшаться. Ну и вообще все будет улучшаться. Так что подписываемся на канал, не забываем об этом, ребят. Ну и стримы на Твиче проходят каждый день. Всем хорошего настроения и... До следующего ролика, ребят. Давайте, пока.